Здравствуйте, друзья! Еще раз второй анекдот у нас в последнюю пятницу 2019 года. Короче, два кореша идут, разговаривают, и один такой сетует. Блин, проклятая зима! Замки в машинах замерзают, открыть никак не могу. Ну, кореш ему такой, а ты, говорит, кипяточком. Это на него смотрит. Ты дурак совсем, что ли? Вот прикинь, иду я такой по Москве машины воровать и с чайником. Все, ребят, всем здоровья и процветания. Хороших выходных, не уходите, сейчас будет еще парочка.